Приветствую вас. Я думаю, что в первую очередь нужно именно бросить обиду вам. Вот, может быть, проплакать ее. Вот. Если вы, ну, чувствуете. Если вы чувствуете ее. Обиду я имею в виду. Вот. Нет какого-то способа отпустить. Обиды можно только проживать. Проживать столько, сколько нужно. Но лучше проживать обиды кому-то. Лучше проживать обиды с кем-то. Вот. Сейчас вы, на мой взгляд, этого не делаете. Ну, в смысле, что... На мой взгляд, вы не принимаете обиды, вот, а вы пытаетесь ее, в смысле обиду, как-то рационализировать, ища правых и виноватых. Ну, как бы, их нет. Вот. Ключевой момент, как мне кажется, глобальный момент в этой ситуации заключается в том, что вы оказались для человека, не такой значимой и важной, как думали вы. Вот. И мне кажется, что это вам болезненно. То есть вы-то думали, что у вас для человека одна значимость, а оказалось, что вы значимы для этого человека совсем на другую величину. И от этого вам больно, что вы не так значимы для человека, что, условно говоря, ваша подруга может, может позволить себе, условно говоря, пойти на день рождения вместо того, чтобы встретиться с вами. Пойти на праздник вместо того, чтобы встретиться с вами. Знаете, какая штука. И вот это вам больно. Я недостаточно значим. То есть здесь болезненно вами переживается именно история о том, что я меньше, я ниже, чем я думал. Ну вот. Для кого-то в данном случае своей подруги. Вот. И моя идея заключается в том, чтобы вы учились проживать это состояние, что вы не так значимых, как, как предполагают. Вот. Моя идея заключается именно в этом, а также в том, чтобы, может быть, были бы более искренни в своих проявлениях чувств, и если вы, например, приезжаете только ради подруги, то так и говорите, а если вы приезжаете не только ради подруги, то, соответственно, у вас, по идее, должны быть какие-то еще, другие дела, вот, которые, для вас могут быть важны, вот.
что, на мой взгляд, ну, как бы, вполне естественно. Ну, вот. Такая история. То есть вам болезненно осознавать, что вы не так значимы для человека, как вы думали. Ну, вот. Вам от этого больно. И, на мой взгляд, вот с этой болью, вот умение становиться, ну, ниже, умение быть ниже, при этом не теряя собственной ценности, это вот как раз, на мой взгляд, это вот тот навык, который, ну, может вам помочь, который может дать вам психолог, вот, дать вам психотерапевт. Вот, я думаю, примерно так. Можно вам ответить на вопрос? В корне неверно постановка вопроса здесь у вас, кто прав в этой ситуации, потому что правых нет, у каждого правда своя, но поскольку обращаетесь к нам вы, то, соответственно, я думаю, что ответить вам можно именно вот в таком примерно контексту. Ну, по крайней мере, вот так для меня это. Так, по крайней мере, мне это видит. Таким образом. Мне это видит. В этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен и интересен. Вот, надеюсь на обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать свою работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи!